Привет, мои лисятки. Мы сегодня будем смотреть фильм. Ой, то есть озвучу. Я вижу с собой из прошлого. Ну, не будем тянуть и будем начинать. Ну и что мне с тобой делать? Не знаю. Ладно, ты остаешься дома, я иду в школу. Только не натвори здесь ничего. Хорошо. А во что мне тебя одеть? Хотя есть пару вещичек, которые мне малы. Вот. Носи пока это. Хорошо, что подошло. Мне нравится. Давай я тебя заплету. Ну, я пойду. Я провожу тебя. Что, до двери, что ли? Да. Ладно, пошли. Ну, я пошла. Ой, почему дверь открыта? Лизочка! До тебя почему дозвониться? Да, звук выключен, наверное. Мама твоя звонила, сказала, что задержится. Придет поздно. Хорошо. А вы не... Я могу объяснить. Ой, да ладно, звук выключен. Так я отвечу, что мне не сложно. Но я пойду дела еще. Так тебя не видят другие. Можешь со мной пойти? Пойдешь? Да. Других нет. Знаешь, ты со мной не разговариваешь про других. Ну или в любом случае я нет. Могу намекнуть или показать жестом. Да, поняла. Но может, сможем где-нибудь разговаривать? Ну, можем в туалете или на улице на большой перемене. Хорошо. А может, ты моя шиза? Что? Да не, забей. Приветик! Ты опаздываешь. До урока 5 минут осталось. Ой, да ладно тебе, я уже пришла. 5 минут достаточно. Идем уже. Спасибо за просмотр. Я хотела сделать серию подлиннее, но мой телефон начал тупить. Это значит, пора переходить на комп. Надеюсь, следующая будет длиннее. Я очень стараюсь над сериалом. Удачки мне. Ну и это конец моей лисятки. Ну, надеюсь, скоро выйдет 3-я серия. И всем пока, мои лисятки. Кстати, хотела извиниться, что так долго не было видео. Ну, просто мне сняли гипс. Ну, я вам не говорила то, что у меня был перелом. Ну, короче, я очень радовалась, скакала везде на одной ноге. И училась ходить санва.